ребята, сегодня на моем канале дичайшая красотка Настя Краймбрери. Привет, меня зовут Настя, и сегодня я на канале у Паши Техника. Мы снимаем. Ну ты чё, братан? Я пыталась сделать Пашу Техника, всё. Сегодня у нас 2014 год, пати New Year. Что у тебя? Ганина. Суп, который приготовила моя мама. Ням-ням-ням. Вкусно. Calm down, bitch. А я напоминаю, дорогие дамы и господа, что на дворе 2005 год. В этот год зеленого древесного петуха все мы петухи. О, хочешь, я раскрою свое рот? Ого. Свое рот так, что тебе в глаз отлетят эти резинки. Ты не попадешь, у меня маленькие. Так что вот, ребята, это наш мукбан. Ты хочешь туда засунуть? Чип вкусный я хочу. Поставьте уведомление, выйдет влог с дачи. Какой новый дачи? Сделаешь тебе эту коррекцию, чтобы было просто супер ярко, как в 2015? Да, конечно. Я только так и делаю. Бля, как вкусно ты ешь. Я хочу это заснять. Что вы думаете насчет российского образования в 9 классе? А на самом деле, это, ну, как вам учиться? Мы не в 9 классе. А в каком? В 11. Оба. Бля, очень круто, молодцы. Добрались. Наши пенисы соприкасаются. Ходят по благовещам. Нормально, они на этих дети Христа раздевают. Как интересно. Где мы? Хотите ли вы детей? И если да, то через сколько лет? 4-я неделя. Реально? Угу. Конечно, не будет. Путешествие. Хочу путешествие. Шествие Путина. Она смогла. Она это сделала. Кувшин. Очень жалко. Просто мир перевернулся. Я как, знаете, как будто из Австралии вот этого. На башкортостане. Башкортостане. И все. Это все, что я знаю. Там либо что-то слишком детское, либо порнуха какая-то. Да, там порнуха нормально. Потом будут это фанфики с нами делать. Карина взяла клитор, Марьяна начала теребить его жестко. Курили за гаражами? Не было. Бывало ли, что пукало и сваливало на другого? Да. Было много раз. We good. I'm a bad man. Блять, что с ними не так? Было какали на лицо друг друга для интервью. Было. Пьянь. Дикон, блядь, новый. Пенис, вагина. I like boys. Это мини-бойс. Миссисипи будет, блядь. Миссисипи. Было ли, когда в туалете не было бумаги? Нет, блядь, у нас всегда все по фэншую. У меня 2 дня назад такое было, типа я, ну, мне приходилось просто вставать и быстро до ванны добегать, чтобы... Ну все, 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 все. Хорошо. Было. Next question. Было или не было? Курила электронку. Не было. Было. Вот классный переход. Сейчас села зарядка. Legs up, а ну-ка, девчонки. И в этой части нашего видео мы будем отгадывать блогера. Будет так, что я задаю Ракине, Ракина задает Рамьяне. Так, кто будет первым? Давайте будем Маракен. Это по-фински? Да. Показывайте. Так. Is it a phone? Yes! Is it Wilsacom or Light? Благодаря, мы вас всех очень любим, только не обижайте, пожалуйста, мы вас очень любим. Так интересно? А я могу говорить? Нет. Одну фразу? Нет. Хорошо. Деньги. Дуть? Ага. Так надо было сделать так. Сафари. Дубай. Do you know this
Yes, no. What the fuck? Что это? Блин, ты понимаешь вот это? Кто это? Да, это вот то, что ты сейчас подумала, да, это оно. Я хотела рыгнуть. We're so close to LJ. Right now. Ну, ты была в шоу с ней. С ней в шоу была? Ты была в ее шоу. В ее шоу? У кого я была в шоу? Это точно. Это она же была. Берем проценты. Это, ну, это... А, Ивлеева! Была with LJ. Ааа! I think it's cool! Like it! А? В очках человек? Угу. Сложно. Это Андрей Матвиенко? So close! Я понял, к чему ты сейчас... Боже мой! Oh well? Это Ноэн? No. Russian boy! Рома Желудь? Рома Желудь? Так, я скреп. So guys! The end, and we hope you enjoyed. Please give me thumbs up and subscribe. We love you. Итак, дорогие друзья, я думала, ты головой ебнулся. Так мне кажется, так и есть. Смотрите, панук. Панук? Паук. Спасибо большое, что смотрели данное видео. Мы вас очень любим. Пятки это интим. Мы вас любим. Мы вас любим и всем пока! И давай пять. Не, давай еще раз, чтобы было здорово прям. Прям хлопок. Окей. А также не забывайте, дорогие друзья, ставить колокольчик, он будет здесь.